Всем привет, друзья! С вами Юна. Мы продолжаем проходить игру Thief 4. В прошлой серии мы покинули наконец-таки психушку и пробрались во дворец барона, по-моему. О, нифига себе, это что я сделала? Эти ловушки новые. Его параноидальная светлость боится нарушителей. Офигеть. Надо смотреть под ноги. А я-то... Я-то думаю, о, кнопочка, надо нажать, что ли. И вон что показывал. Так. Ух ты, что? О, нифига. Так. Свет включаем. Я не знаю, куда нам надо, или сюда, или туда. Такой стук сейчас был, я бы слышала. Ох. Куда нам надо-то, я понять не могу. Понятно, нам надо сюда. Я буду сначала туда поднимусь. Я вообще беспалевная, конечно, ничего не скажу. О, погодите. В смысле, это что, блин, такое-то? Можно его потушить, да? Ну, мне кажется, незачем. Пожалуй, сначала сгоняю туда. Даже дверь закрою. Да хватит, выключите эту музыку, ради бога. Стоп. Ничего. Свет-то нельзя, блин, выключить, засранцы. Вот что здесь можно потушить. Я слышала чьи-то разговоры. Мне кажется, что нам надо наверх, но я хочу смотреться внизу сначала. Покрасить. Как бы мне свет-то выключить? Я знаю, ты идешь сюда. Не-не-не-не-не-не-не. А! Я кого-то видел, точно! Классно, блин. Наконец-то разомнулся. Перепрыгивай, город. Я найду тебя! Ты не вернешься к своей. Так, я, чтобы не терять время, я начала с последней сохраненной точки. И мне кажется, то, что я все-таки буду сейчас убивать. Ладно, оглушать. Может, нет. Надеюсь, это не мрак. Стой тут! Я пройдусь и все осмотрю. Окей, чувак. Там дверь закрыть надо тогда уже. Чтобы ничего не заметил. Я голодный, как.
А почему этот-то... Откуда он вообще идет? Это ожидание убивает меня. Спокойно, спокойно. Чувство. Я уже заболела. О, чувак, не. Так это правда? Про озаренных в крепости? Ага. Все обогнали. Крепость считалась неприступной, а мы пытаемся охранять барона в этом паскудном особняке. Как думаешь, он правда тут? Вы ведь не пойдете сюда? Я устал. Там где-то шкаф видел. Ты стой здесь. А я схожу, проверю. Классно. Блин. Так, ладно, подождем немножко. Ночь все тянется. Скажите мне, что... Тупые ловушки. Как это? Чё за... Враг прибирал только нищебродов. Теперь косятся. Я тебя выключить-то. Тебе что, выключить нельзя? Посмотрим. Вроде никого. Она не знала, что я с другими делаю. Ей еще повезло. Я хорошо слышу шаги. Там что-то светится. Хотя выключить-то. Так, секунду. Дверьку закроем. Посмотрим, что у нас тут. Похоже, это и есть хранилище, которое я ищу. И тайный ход где-то здесь. Поговори с бароном? Нифига себе. Проникай в тайный ход. Так, дверь закроем. Там я не пройду, потому что там ловушки. О! Это, походу, я ее как раз и выключила. Хорошо. А вот эта картина, она случайно? Ну, конечно. Так и, в принципе. Она просто так выделяется. Так, еще одна нужна. О, блин, вот я чихнула, мне стало еще хуже. Простите меня, ребята. О, хватит. Вот она. Это... Кажется, когда-то это была семейная часовня. Нордкресты больше не чтят старых богов. А не, вернись.
игра. Что, дальше хочешь сказать, что ли? Где что это? Куда? А, еще один есть. Тут что-то вот другое. Вот это, наверное. А... Так, нет, не то. Почему? Подождите. Так, тут окей. Может, здесь есть то, как надо делать. Ну. Это вот что это я нашла такое? Ребят, я походу поняла, как что делать. Так, нужно третью сюда и вот эту сразу. Что фигня получается? Ой, не то. Ну и чё? Что за фигня? А, так в другую сторону надо, конечно. Моя прелесть. Ну и ну. Я думал, у барона нет сердца, а вот же оно. Прости, Нордкрест, сейчас будет немного больно. Все, тут больше ничего нет. А-а-а. Так, тихо. Я помню, что она здесь. Классно. Второй этаж разве, я думала, третий. Так. Вот это у нас где у нас тут ловушки-то были, а? Погода просто бешеная. А нет, слушайте, все равно она есть. Так, окей. Ну, давай сюда зайдем, что ли. А, так вот здесь были, господи. Ну-ка, погодите. Так, там я вижу огонь. Есть. Даже не знаю. Можно ли туда? Так я ж нажала. Тихо. Хорошо. Закроем дверь. Это возьмем. Это возьмем. Все возьмем. Мне не нравится то, что тут стоит, кстати, шкаф в комнате. Мне это очень плохо. Очень не нравится. Так, тут у нас... А! Тут у нас ничего пока такого. Берем все! Просто все.
классно ходить по кровати. Чик. 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 Отлично, здесь мы все. Ой, я что-то вижу, погодите. Блин, тупые, ненавижу. Опять, блин, испугалась. Так. Ребят, что за дела, блин? Прости, Гаррет. Всё, я вас выключила, к чёрту, блин, дебил. А это, по-моему... Да. Ну ладно. Ну, плевать. Да прыгай, да господи, уже. Какой медведь. Мы разве здесь не были? Офигеть, блин. Нет, только не часы. Ненавижу часы. Так, пойду-ка я, пожалуй, сначала. В ту сторону. Так, все, Гаррет, отдыхаем. Никого нет, это хорошо. Как их выключить-то, блин, а? Сколько у меня еды-то там? Все хорошо. Ой. Прости, Гаррет. Как вас выключить, а? Убиваю, я это чувствую. Ой-ой-ой. Как туда забраться? Откуда-то сверху. Вот из этого кабинета. Да. Я права. Так, это чтобы включить свет. Так, это мы возьмем. А я схожу правильно. Вот нам надо туда. Ну, как туда попасть? Я не знаю. Куда делись продавцы баланды? Блин, серьезно, как мне еще дальше, что ли? Интересно, что они кладут в баланду? Да, нам туда, походу. За блин, а? Тихо. Как туда забраться? Вивьен. Так, надо сейчас посмотреть. Трофей, это вот у нас сердце льва
Делаем по старой схеме. Так. Так, окей. Дальше. Мне не нравится эта музыка. Господи, страшно. Я подумала вообще-то, что это человек. У меня скоро закончится еда. Я не смогу себя лечить. Умрем этой ночью. Мне надо как-то... вот... там ходить. Я не знаю, как туда попасть. Царапаю кожу и рву себе жилы. Умирает мой папа и мертвых четыре. Чувак, что ты поешь? Садится вчером, серые волны. Старая Дженни приходит за мной. Вот, вот оно. Почему он не работает, как остальные? Надо было сразу же, блин, сюда идти. Так. Чем такие сложности? Можно натянуть проволоку и зарядить арбалет. Ты... ладно. А как насчет вот этого? К черту все. Я смогу допрыгнуть, интересно. Серые волки, старые джеки. А, вон как. А? Не пристой здесь. А я схожу проверю. Все, мы тебе избавились, дурацкая ловушка. Если его светлость барон так любит ловушки, хоть бы какую инструкцию прислал. Может, так сработает? Где он ходит? Я умру, сражаясь, а не брыкаясь в петле. Ветер носит по ветре, в воздухе на-на-на. Ой, простите. Снова чихаем. А мой так. Любимый умрет, ответил Фурин. О, капец, мне плохо. Задница в черном, серые волны, старая Дженни приходит за мной. Ты больной. Это должно сработать. Чувак. Так, мне кажется, то, что его глушить. Погода меняется. Ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не. Если слухи не врут, сейчас по всему городу людей вешают на улицах. О, не-не-не, иди, не сюда, только не иди сюда. Как мне повезло сейчас. Каждую ночь одни и те же кошмары. А, она лагает, она лагает, почему лагает? Если я вот заберусь на эту шкаф, то ничего не будет. А я схожу проверю. Поздно уже. Чувак, хватит на меня пялиться. Мне надо ниже. Я думаю. Понять не могу, куда нам надо. Точно. Да, тут мы были, да? Да. Тут мы были.
А, глупый. Глупый город. Ой, ребята, я, наверное, думаю, что нам нужно закончить серию. В следующей серии мы продолжим. Я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо за ваш просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до следующей серии.